но и Волчанска. Вон. Здесь ветка левая на Шебекино, Белгород, Россия. Это разобранная ветка на аэродром, скорее всего, или нефтебаза. И вот это непонятное новое там предприятие есть. И что это за кусок плети, непонятно. Плохо видно, там светофор автоблокировки, она выключена, а подъездная идет сюда. А это старая разобранная ветка туда. Это все видно, Волчанск. Ветка уходит вправо к возможному предприятию. Это видно, Волчанск. Версия оказалась права, строительство новой ветки. Это предприятие.